23 марта в главном книжном прошла невероятно яркая презентация книги Александра Тимофеева «Записки с того света». Книга наполнена духом свободы, и отразить эту атмосферу на презентации помогло автору выступления гостей встречи группы «Хороших». Это проект сонграйтера, гитариста и вокалиста Ильи Хороших. Группа создана в 2013 году, играет рок, вдохновленный песнями «Воющего ветра», «Ревом мотоциклов», «Жарким солнцем» и «Полной луной». Большинство песен группы представляют собой истории, обычно мистические, о приключениях, которые находят страны на своих дорогах. Чопперы, скорость, дорожная пыль и разные думы во время пути. Все это можно без труда представить, послушав песни этой группы. Книга написана в форме дневника. Это увлекательная история о молодом московском адвокате, который отправился в авантюрное путешествие в Латинскую Америку. Там его ждали всевозможные приключения, но главное – это внутренние переживания героя, новые люди вокруг и открытия, которые помогают герою обрести себя и стать настоящим, таким, какой он есть на самом деле.